Привет, друзья! С вами Анастасия Иванова. Сегодня хочу поделиться с вами одним моим осознанием, которое пришло ко мне недавно. И связано оно с тем, что я уже несколько лет стараюсь найти свое предназначение. Я осознала, что у каждого человека есть свое предназначение. Но вот в чем же мое это предназначение? Я никак не могла понять. И этот вопрос меня мучил. Буквально недавно я попала на бесплатный, кстати, вебинар, который оказался тренингом и который прочистил мне мозги по этому поводу. Таких людей, как я, там назвали мазохистами. Те люди, которые постоянно думают о том, какое же свое предназначение, и не дают себе покоя. А на самом деле, друзья, все лежит на поверхности. Нужно не искать свое предназначение, нужно его понять. Оно находится не где-то снаружи, а оно находится внутри, внутри нас. Когда Бог создавал каждого человека, да, то Он одарил каждого человека каким-то особенным даром. Чем-то, чем отличается он от других. Вы замечали, что у одного лучше хороший голос, он отлично поет, другой отлично рисует. У третьего просто замечательно получается организовывать мероприятия. Четвертому нравится спасать людей, и он ему нравится лечить людей, например, да. Другому нравится продавать, и он это умеет делать. И так далее, и так далее. У каждого человека есть определенный набор своих талантов и способностей, которые отсутствуют у других людей. Так вот спросите, задайте себе вопрос, а зачем вообще эти таланты вам даны? И знаете, я поняла, что если мы не используем свои таланты, если мы не пользуемся тем, что нам дано свыше, то, что отличает нас от других, то по большому счету, друзья, это грех. Потому что мы просто забили, мы не обращаем на это внимания, и это неправильно. У каждого человека есть этот талант. Абсолютно, абсолютно у каждого. Не бывает неталантливых людей, не бывает неодаренных. Если вы не знаете, какой у вас талант, задайте себе вопрос. Чем бы вы занимались, если бы у вас было столько денег, что вам не приходилось бы думать о том, как заработать себе на жизнь, как себя прокормить? Чем вам нравится заниматься в свободное от работы время? Что доставляет вам огромное удовольствие? Вспомните, может быть, когда-то вам говорили: слушай, у тебя это здорово получается. Возможно, кто-то здорово получается читать стихи. Или здорово получается готовить какую-то вкусную еду. А может быть, у кого-то здорово получается выращивать цветы и так далее, и так далее. Первое, что мы должны сделать, это начать пользоваться своими талантами, своими дарами, которые нам даны. И потом в процессе того, как мы начнем их использовать, я думаю, что мы перейдем уже на другой уровень. Мы начнем становиться профессионалом в том, что мы делаем. И тогда к нам точно придет осознание, какое у нас предназначение. Потому что наше предназначение однозначно связано с нашими дарами и талантами. Но, может быть, пока вот такого окончательного мы еще его не увидели, оно еще не предстало перед нами. Но когда мы начнем этот талант в себе развивать, то мы его поймем. Этот ответ, он придет к нам, как само собой разумеющийся, и мы будем долго удивляться, как же мы раньше об этом не догадались. Так же, как я удивлялась, как я вообще так долго мучилась над этим вопросом, и как сама не могла до этого догадаться. Но когда я узнала эту информацию, мне как гора с плеч свалилась, я поняла, что я должна развивать то, что мне нравится, я должна заниматься тем, что у меня хорошо получается, и я знаю, что у меня хорошо получается, и в связи с этим начала составлять свои новые планы, и жизнь вообще стала совершенно другой, и мне стало радостнее просыпаться по утрам, то есть уже начали происходить такие большие изменения. Постарайтесь сделать то же самое, постарайтесь делать какие-то действия, которые
которые развивают ваши таланты. Ну и желаю каждому реализовать свое понять свое предназначение, потому что оно внутри нас, понять свое предназначение и реализовать свой потенциал. А с вами была Анастасия Иванова. До скорых встреч!